Так, всем привет! Сегодня хочу сделать маленький обзор наушников, которые мне пришли только что с сайта AliExpress, еще не распаковывал. И хочу сравнить их с такими наушниками, как, например, Redmi AirDots S-серия. Давайте сначала откроем посылку. Сейчас будет маленький сюрприз, какие здесь наушники лежат. Там, хотя вот здесь уже, в принципе, видно. Всем знакомая до боли фирма, но про эти наушники, об этих наушниках я видео в интернете в русскоязычном практически не нашел. Ну, по крайней мере, на данный момент я ничего такого найти не смог. Что здесь? AirPods. От компании Airphone. Теперь смотрим. Что-то похоже, да? Что-то навевает. Коробки даже одного размера. Вот эти еще новые, они распаковывались, тестировались, но они еще новые. То есть немного схожесть есть. Коробка один в один тех же самых размеров. Сам видим. Видим, что даже пупырышки вот эти вот, которые отливаются, не знаю, на камеру видно или нет, вот они. Такой отлив имеют, также практически сделано. Сзади, ну, в принципе, ничего особенного. AirPods серии 1. Цвет. Ну вот, до 10 метров написано, что здесь как бы более подробно расписано. То есть здесь тоже подробно, но на китайском языке. 5.0 версия Bluetooth, до 3 часов разговоров, 3 часа можно слушать музыку, максимальная дистанция, я говорил, уже 10 метров. Ну, несколько раз, я так понимаю, можно зарядить еще с этого кейса. Написано, что до 80 часов stand-by time, то есть могут быть включены до 80 часов, но я не знаю, довольно сомнительно. Давайте раскроем, посмотрим. Видно, что они уже похожи. Похожи на знаменитые Redmi AirDots. Тоже почему-то нельзя аккуратно открыть. Что здесь рвется все, но ничего страшного. Вот и сами наушники. Все, в коробке больше ничего нету. А, нет, там что-то еще есть. Там есть какая-то инструкция. Инструкция на английском языке. Да, на английском языке. Ну, короче. Так. Конечно, AirPods Redmi по-другому упакованы. Сами наушники. Очень они напоминают Redmi'ки сильно. Кейс. Зарядный кабель. Зарядного кабеля в Redmi AirDots'ах не было в комплекте. Но, в принципе, он и не нужен. Я думаю, у всех валяется дома какой-нибудь зарядный кабель. Сам кейс, ну, давайте сразу достанем AirDots'ы из упаковок. Из упаковки достанем. Но остальное там нет смысла доставать, сами наушники, этого достаточно. Вот они Redmi, вот они Elephone. Еще здесь какая-то Rex 100. Не, Rex, не знаю, это 5.0, что это значит, я даже честно не знаю, что они пытались эту надпись показать. Для меня она ничего абсолютно не значит. Вот они Redmi'ки, и вот они Elephone. Но чисто так визуально, давайте ставим. Кстати, даже нет никакой защитной пленки транспортировочной, ну, потому что они лежали, в принципе, отдельно, она не нужна.
Не знаю, заряжен ли кейс. Так они вставляются. Неужели кейс полностью разряженный? Да, к сожалению, кейс полностью разряженный. Мне придется прерваться и зарядить наушники. Чтобы не растягивать видео, я протестировал уже Redmi AirDots или AirPods 1 от компании Lifon. Ну и опять же повторюсь, что я буду сравнивать с этими GT1 Pro и Studio 12R. Что я могу сказать по поводу звука? Кому интересно, тестировал я на этом устройстве, вот Huawei M10, даже он меня подслушивает. Такая была песня. Не знаю, что это за исполнитель, да мне, в принципе, было не важно. Звук нормальный, музыка тоже, в принципе, нормальная, можно было на ней протестировать спокойно наушники. Что касательно вот этих AirPods, звук достаточно плоский, басов немного. Но звучат, в принципе, нормально. У GT1 Pro, конечно, кардинально лучше. Что касательно Redmi AirDots S, звук на том же уровне, что и у AirPods. Чуть-чуть, может быть, басов побольше, но совсем немножко. Но единственный огромный здесь минус – это посторонние шумы. Если вы нажимаете на паузу там, или перелистываете треки, появляется посторонний фоновый шум на Redmi AirDots S. Это многие подмечают, не только я один. На AirPods этих шумов абсолютно нет. То есть полная тишина, как в любых других нормальных наушниках. Качество сборки примерно на одном и том же уровне, за исключением того, что кнопки на AirPods нажимаются гораздо приятнее. Кнопки на AirPods гораздо приятнее нажимаются. На Redmi AirDots они нажимаются немного, ну так, тактильно, иногда даже непонятно, нажал ли ты кнопку или нет. Ну и огромный минус, конечно, что на AirPods есть экран, который показывает уровень заряда батареи. Этого очень сильно не хватает в Redmi'ках. Ну, на этом мы, в принципе, и закончим. Мой выбор на AirPods, но выбор миллионов, тысяч людей – AirDots. Пусть так оно и будет. А вы выбирайте сами. Всем удачи. Всем пока-пока. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки. То есть Redmi'ки весят 33 грамма, а Elephone или AirPods 1 весят 32-33 грамма. Даже вес один в один совпадает. GT1 Pro весит 45 грамм, а Studio 48, почти 50 грамм. Чем дороже, тем больше вес.